В России за сутки выявили 23 315 заболевших коронавирусом. Зафиксированное в праздничные дни снижение числа подтвержденных случаев эксперты связывают с длинными выходными и предсказывают рост заболеваемости после возвращения россиян к работе. В Набережных Челнах за праздники инфекцию выявили у 83 человек. Как сообщил сегодня на совещании в мэрии руководитель Горздрава Александр Николаев, чрезвычайных ситуаций за время выходных в лечебных учреждениях не произошло. Все они работали в штатном режиме. В настоящее время продолжают также функционировать два проведенных госпиталя, инфекционная больница и городская больница номер 5, в которой осуществляется первичное обращение. Уровень обращения остается на стабильных значениях. Время инфекционных госпиталя также все работают в штатном режиме. При этом Александр Николаев вновь не стал озвучивать статистику смертельных случаев, вызванных коронавирусом. Напомню, последний раз чиновник сообщил ее 7 декабря прошлого года. На тот момент в городе официально было зарегистрировано 29 летальных исходов. Причем это число оставалось неизменным на протяжении нескольких недель с 9 ноября. По данным Федерального оперштаба, в Татарстане за время пандемии жертвами коронавируса стали 211 человек. За последние сутки инфекцию обнаружили у 90 жителей республики, 9 из которых – челнинцы. Всего болезнь диагностирована у 14 273 татарстанцев и у почти 1500 жителей Автограда.